всех приветствую на своем канале. Я такая сегодня полумертвая, и вот пыталась себя засилить, все-таки записать этот видеообзор. Мне досталась книжечка от тети Вали в подарок. Вот. Киевский альбом гравюры Алексея Авдышева. Довольно такая интересная, я ее даже в Углич приволокла, вообще у меня тут обезьянка сидит. Наталья, привет! Из Германии. И, оказывается, батарейка у меня разряжается, но я постараюсь быстренько сделать. Может, все-таки получится так заснять. Вот тут аж на трех языках, одно и то же практически. Я даже, может быть, чуть-чуть прочитаете, если на паузу нажмете. Мне, в принципе, он понравился, такой довольно интересный. Тут тоже еще что-то продолжается. Ну, оно все такое черно-беленькое, все в таком стиле. Ну и, конечно, кижи узнаются. Я, правда, не знаю, где вы сейчас такое купите. Циркушка. Кстати, похожая циркушка из Кандапоги. Не знаю насчет, есть ли там в ней гвозди. Но она есть вот. Да, у меня совсем уже чуть-чуть мигает. Я сейчас просто пролистаю, даже, наверное, не весь. Я думала, что фотик заряжен, но фотик оказался не заряжен. Я думаю, в библиотеках, возможно, что-то подобное вы сможете найти. И в самом конце я вообще вот видела исходные данные. У меня обзор получается чуть больше, чем на 2 минутки. Да, исторический альбомчик. Но вы вроде как частично побывали на Кижах, зато. И опять же Карелия. Отсюда и вернулась. В общем, вот такая маленькая книжечка. Ну и такой миниатюрный обзорчик. Причем, если вам было интересно, то я рада. Ну, я постараюсь в ближайшие дни сделать еще каких-нибудь обзоров. И закидать также на YouTube, чтобы вы ее узрели и как-то развлеклись. До новых встреч. Пока.